Так, сегодня манифест открывается. Первый день. Проедем, прокатимся. За пару дней 1000 уже намотал. Уже 31-53. Что бы ты ни делал. О, девчули. Между землей и небом. Заброшку поехал. Опять пробки. Так, сегодня у нас вечер пятницы. Ну, еще даже не вечер, день. 3:50. Если меня не подходят ключи, души не перелечем. Да, много воды-то. Дождики прошли. Удалось. Подъезжаю. And I need anesthesia to rest your with muscles. Check up, yes, I burn the hole in your mattress. Yes, yes. I think it went down. I can't sleep and something's all over me greasy. Insomnia, please release me and let me dream about making that love on the heath. Tearing off tights with my teeth. Ехал было раньше выезжать. Не, понял, да? Что вы на полчаса раньше выехали, а не, приехали? Не, мы в куртке 2 часа были. А? Ну, тоже? Я вас тоже не веду. Приветствую. Обмен. Ух ты. А как ее целиком отдавать или как? Благодарю. Что, есть предложение, говорит, накатить? Блять. Не вижу причин не накатить. А если оторвет? Привет. Че ты куда? А? Там место есть, если что, туда поедем. А я это, не с ночевкой. А, так? Я, короче, наездами. Завтра опять приеду. Ну, понятно. О, он меня снимает. Я думал, у меня здесь... Здорово. Здорово. Ну, первый день. Так, брат-близнец, привет. Брат-близнец, говорю, привет. Видел у меня? Не, такие не видал. Ну все, я. Но видишь, это у тебя чисто под твои. Так это я сделал. А, ты сам? Да, вот сюда ходит, короче, смотри. Каждый по одному спальнику каремату. Угу. Вот так они бочонки рискуют. Ну, прикольно. Да ты мастер на все руки. Не пальцем деланные, да? Давай сейчас чуть-чуть посижу с тобой, и надо найти кого-нибудь там. Там зеленый где-то вроде должен быть. Этот верхотур там готовый. Верхотур пьяненький. Натаховым. Понятно. Ну, люди готовятся, расстилают. Охо, деда. Здорово, господин. Парень приехал. Там еще. Здорово. Да не будет.
Рад тебя видеть. Привет. Молодец. Я тебя тоже. Будет. Фарик еще не приехал, да? Ну, я все равно, я без ночевки, так, наездами буду. А что ты? Но, так вот. Спасибо, ага. Не готов я, у меня этих, как их там называют? Это уже закуску набрал себе? Так, это кто это мне? Это не у меня вроде бы. У тебя. А где он? Нифига, у тебя тюбетейка классная. Сейчас. Вот я к вам подойду там. Заебал мне свой кадр. Антоха. Роу. Оо, Фарик, здорово, брат. Как ваше, ничего? Ты же крайний, да? Пофотаться. Нет, я не крайний. Мы тут в очереди, мы. На зеркало, смотри. Там американское зеркало, кирикьян, нормально мне все видно. О, о, о. Молодцом. Ну давай, слазь, не мочи сиденье. Забри, 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 просто забри. Наступил до одного, спасибо. Че? Все, шашлычок заказал. Сейчас. О, нет, не получил ничего. Не жарко? А сейчас же запрет, нельзя. Ну-ка улыбнись. Так надо. Что, правильно решать? Да, привез. О, солнце, прям солнце. Солнце приехало. Давай, смотри, смотри. Уже снимаем пять. Мы знаем, кто такой Саня. Дрёха, привет. Здрасте. Здрасте. Тоже? Так, что мы за Саню все знаем. Кто за? Три ходки, 23 года, убийца. Здорово. Камера, здорово. Привет. Камера, поехали. Давно уже едем. Здрасте. Здорово. Я Женя, если ты не помнишь. Саша. Завтра тут шашлык, ой, этот, яичница будет. Завтра здесь. Я тут тоже в таком настроении был. Я тебя запомнил в красной шапочке. Будешь это, красную шапочку увижу, я засниму. Трубадур. Помыл его на мостике, мне кажется. Тоже шашлык заказал? А? Шашлык заказал? Шашлык заказал, оплатил все. У меня 200 рублей, вообще по-божески. Вообще по-божески, очень дорого. Ну, то по 350, то бывает. Сейчас будем пробу снимать шашлыка. Не, хороший, я уже попробую. Зацени, Леха, куртку мою. Все нормально. Сегодня взял? Да, сегодня купил куртку. Ну все, обмывать надо. Специально ты это, по... в честь Бонифеста купил куртку. Пивом тогда помажь. Да, надо обмыть ее самогоночкой там. Главное не наплевать на нее. А ничего, наизнанку, наизнанку вывернешь, приханешь нормально. Бля, ты не знаешь, он не знает, у вас нихуя не получается. Сегодня, пожалуйста. Евгений, вы как-то... Я по-сиськи. Я не знаю.
Я просто репутатор. Да что, на... ты нас снимаешь, что ли? Я думал, фотоет или смотрит там что-то. Я всех фоткал. А это? Еще не сфотал. А потом где выложишь? В Бонифесте пока. А, ну давай. А сфотай нас с мужиком своим, можно? Иди сюда, мужик мой. Да, пиво уберите. Да это нормально. Вечно молодой. Не там ушки уменьши там, покрасивее сделаешь. Он тебя хобот еще сделает. Я ее тут же опрокинул. А на твоем мужике можно фотографировать? Этим? Ну можно надо там переставлять? Не-не, на мотоцикле. А, конечно. Можно. Так а тут тоже фотозона же была. Ты тут не участвовал? Я вот. Не видел. Я когда пришел, девки тут, я все заснял. Да? Там парни уже бухие-то. О, классно, классно. А это как раз как бы для фотозоны сделали. А? Валентина, гони. У тебя кайф, а не машина, гони. Что, сами слова придумали, да? Или это? Что-то такое есть. Это чиж плюс. А давайте, знаете, что нам все ебануть? Сейчас мы споем. Легкое, что-то простое, что все знают. А что все знают? А что все знают? Я сейчас ехал, что я врубил. Жидкий нос слышал. Нет, платье выставлено, она такая тема. Понюхай, понюхай. Такой радостный. Круто. Вот мы заездов. А ты что по нулевке? По какой нулевке? Чего бы? Не нравится. По нулевке нет. Патрон не закурил. И выпущу дым. Как в кайфе вода. Как и на музыкальном. Прыгай! Вторую порцию взял. Это да есть не могу. А, ну, смотри, а тебя что-то не видно. Раздай он по кругу. Я хожу, общаюсь. Ну, молодец. А если что-то смотрел, тебя не было. Мне там надоело, жарко. Я вспотел уже голова. Ну, тут тенек, тут нормально. Где-то надо присесть. О, а где такие шарики взяли с этими, с черепами? А, пиратские, смотри, видишь? Ага. И CDC, да? А, ну, ладно, ты, подожди, ты как, это как изображение, будто... а звук? Там будто... 5 колонок, 7, что у тебя было? А, он просто... Ты знаешь, когда с хорошим звуком, там такой драйв. Ну, так... Не, вот не знаю, мне Judas Priest больше нравится, Accept. Ну это индивидуально. Ну да, да. Гости о, что, нашего феста, Банифеста. Рады вас приветствовать. И мы вас... Ну нет, конечно. Я потяжелее. Для вас, пожалуйста, Металлика, работает там. Бар. Там такой. Пиво, самогонка, все по приемлемым ценам. Окрошка. Концерт, давай! И концерт будет обязательно, но чуть попозже. И самое главное, гороховый суп готов. Пожалуйста, подходите. Порция 100 рублей. Огонь! Все, всех ждем. Всем приятного вечера. А он
А он же на пиво меняет. Ну ладно, как попереть. Одиночка! Когда женит? Жена Саянская, откуда он? Поэтому я изюмником его называю. У меня сына там живет. Показал бы вот так, да? У всех вот такой брак, а у меня вот такой. Да ты большой, купил тебя на другие спадывать, на. О, группа «Счастливый путь» приехали. Группа «Хутасы» на стрит. Ну и все. И... Пошел на контроль. За подзаболеры. Нет. На фестиваль приедешь, кащусь на Рябасы, о, молодец. А другое колесо. Пометил. Ты что так же съесть не можешь? Вот и план сегодня. Я смакую. Так, ну-ка, что время? 6:02. Сейчас я буду. Так, 7 часов. Через час группа Smile Sky. У тебя уже мясо остыло. Да, нормально. Я зеленый, здесь тебя не поканает. Сука. Выклинчил наклейку. Пойду приклею. Так, куда, наверное, сюда. Оп, пополнение. Новенькое. Всем привет. Здрасте. На Бонифесте будет бомба. Здорово, здорово. А я-то наклеечку новую приклеил. Ага. Как без него. Что, тут обосновались? О, Михал! О, ты кого тут уже рубить пошел? Лёля! О, Лёля! Лёля! Девочка моя! Пик-пик! Здрасте! Мы попали в чудесную страну, в чудесное место, называется он... Считав привет, Алексей, да? Так что да. Сюда заходите, да, в гости. Да, я да. Подписан на тебя. Молодец. Голодными не останетесь. Бывший, я уже пенсионер. Да погоди ты, не мороси. Чего не мороси? Где фугас? Фугас сказал, подъедет, он шматье привезет, но он до 6 работает, вот может быть скоро. Что люди едут? И пластик делают. Я раньше и красил, потом аллергию сломал. Ну немного. Давайте пахнет. Во сколько начал? 55 или? Я сел крайне вот, у меня был перерыв лет 30. Ага. И потом, когда я уже порешал с детьми, там учеба, женитьба, а там какие-то квартиры мы поснимали, то есть я спокоен за них уже. Я думаю, блин, что-то надо мне как-то не остыть. Начал искать себе мотоцикл. Ага. И вот. Ага, хватит тебе там фототься. Ты только подъехал, что ли? Ну да, ага. Здрасте. Всем привет. Сейчас, сейчас. А это твой красненький-то, да? Мой нет, синий. А, ну ты же шапка красная, значит, твой должен быть. А тут это монстр красный, шапка красная. Видишь, мы стол накрываем. Ну вижу. Че с нами, давай? Не, я же вечером это домой. Чуть-чуть. Нет, нет. Пригубишь. Нет. Вот так вот. Мемберы саппорта фримоушен, в сцене подойдите. Ладно, сейчас подойду, давай. Все, начинается. Сюрприз какой-то. Ага. И Лёлька как организатор вышла. Все, давай. Время, да, вот 7 часов.
А эти что, меняются одежками? Футболку снял. Президенты на сцену, мембры саппорта возле сцены. На шашлык. Что говорить-то? Он за всех. Да, я дуаю за вас. Юля, здорово! В общем, ребята, всем привет. Кто не знает, меня зовут Лёля. Да? Представляете, я с Freemotion. Чапт у нас много, мероприятие «Манифест» очень интересное. Интересное потому, что в голове одного человека рождаются интересные мысли. Интересные, крутые идеи, открытия, закрытия, манифесты, да просто попойки на байк-посту. Это все очень круто. Freemotion – это одна большая семья, правда, ребят? Да! В прошлом году на Манифесте все же были, да? Много кто был, да? Помните, кем назначили вот этого человечка? Президентом. Кем-кем? Президентом. Ну ебать, товарищ президент! Да, Антоха скажет. Региональный президент. У него правильно называется должность. Сейчас вспомню. Президент Иркутского регионального отделения. Вот. То есть он, наш, ваш, в общем, батя. Ребята, я хочу сказать этому человеку огромное спасибо. Огромное, гигантское, потому что он заряжает не только Усолье, не только Черемхово, и не только Иркутск, но другие города смотрят на мероприятия Freemotion, и они их копируют. Ни для кого это не секрет. Значит, идеи очень крутые. Этот человек... Ребята, я сейчас расплачусь. Я его очень-очень люблю. И не знаю, для меня это кумир. Для меня это мозг, это я не знаю. Это самый крутой человек в мотодвижении. Я таких никогда не знала. И зовем мы его батя. Но у каждого батя же тоже должен быть батя, да? А вы знаете, где у нас батя? Сашин. Вот он. Да это пиздец! Внимание! Президент мотоклуба Freemotion Рома Мотыль! Мембер мотоклуба Freemotion Андрюха Невнемьямба! Праздник, блядь. Отвечаю, я про это вообще ничего не знал. Я когда увидел, у меня глаз выпал. Пацаны. Я сейчас заплачу. Понял, ты попал.
нихуя себе подарок, блядь. Да не так, ты меня снимаешь? У тебя что, это сова, что ли, да? Да, нет. Или сова? А, я думал, сова. Нет, ты меня снимаешь? Здорово. Егор! Да не все, нормально. Привет, Саша. Здравствуйте. Егор. Здорово. Бусинки. Здрасте. Я уже подходил, а вы в палатке были. О, я там. А, скоро его.
Маша. Из пенопласта, наверное, да? Разбитой души, чистой совести, что грязью стало в утру. Эй, подруга, на меня посмотреть не спеши. Гнев моя фигурою была. Да поверь во мне. Только приехал, блядь. Счастливый сон, счастливый я, счастливы все мои друзья. Пришел домой и налил вина. Гуляй и пой, и пей до дна, до дна, до дна. Забудь заботы и дела, ходи, в чем мама родила. Ведь мир прекрасен, спору нет, возьми до космоса. Друзья! О, народу прибавляется, однако! Хорошечно! Хорошечно, друзья! Идем дальше! Шаги! Шаги,
ступаем грешными, штаны протертые до дыр. И по воде крути, держась за руки матерей. Не спя, не спеша, каким стать надо кислорем. И ждем а я не снимал! И ждем его душа! Сквозь югом белый ход раз. По ветру наклоняясь, все ловит призрачный наш шанс. И плачем не стыдясь, и черту власти на метле. Стремимся в май попасть, пусть я всегда на веселе. На лишь бы не упасть. На лишь бы не упасть. Фестивали за то, что нас даете, приглашаете. Это все вам от группы 7. Да! За байкеров! И еще одна песня «У нашей молодости», называется она «Потерянная юность». Это без обмана, не ведаю пощады. Сволочи, причина в темной ночи. Тебя растесают, сволочи. Потом не помогут даже врачи. С тобой поработали, сволочи. Антоха, ну! Я домой жил, спит кто-то домашний, собравшись с места, укрывшись следом. И видит он, как срываем башню, ночью я тон, как идет. Чует каждый шаг, снова ждет, что наступит враг, подойдет. Золотая рысь, плоть и кровь, путь их береги. Открывается от земли легендарные. Выше неба, выше неба, выше неба, выше неба.
не боль, а что утраты? А куда постригла власть? Всю подружам нарушен. Объятия, как объятия, и в нас зелёно плачем. Прибавит и нам такой счёт. Учимся полем и этим лесом, уходя от жизни на лицо. А мы с тобою, как родные, и расправив руки, как место скалы, единственный полет. Устал! Я заебался. Подожди, один момент. Будённый вышел на сцену. Да что, у него Будённый, у него усы. Вместе Будённый получается. Саня! Саня! Я Саня. О, Будулай! Не мешая согнуться, ты стоишь и нет. Занимай очередь, там пыхать, наверное, да? Не, нахуй, я сейчас пойду посплю и уже к концерту подойду. А, ну да, нормально. С беретом тебе? Спасибо, поздравили. Вон, на Будулай теперь похож. Мы вот соседи появились. Этих не было. Ногушки. О, здорово. Давай. Тяжело умереть, когда душа твоя поет на выпуске! Ура! Друзья, минуту внимания, пожалуйста, ребята! Ребята, друзья мои, минуту внимания. Сегодня мы делаем фестиваль для всех нас. Для всех нас мы организуем вот это мероприятие, куда вы все приехали. И я хочу сказать вам спасибо за то, что вы здесь. Только вместе мы можем сделать такой хороший, огромный фестиваль. Ну а сейчас немножко торжественного момента. Сегодня у нас с моей супругой Оксаной
годовщина. И от нашего клуба, все вы знаете, что наш клуб — это семья. И от нашего клуба мы делаем ей такой небольшой сюрприз и подарок. Вручаем нашивы нашего клуба семейные. Вручает президент клуба «Примоушен», «Находка», «Мотыль». Это очень большая честь — вручает прямо президент клуба, который, ну, не каждый день здесь, президент мотоклуба «Примоушен» вручает свои нашивы, наши нашивы, семейные нашивы. Добро пожаловать в клуб «Училка». Добрый вечер, друзья. Я в первую очередь поздравляю Оксану Училку с достойным вступлением в семью «Примоушен». Семья «Примоушен» у нас огромная, большая. Это «Примоушен сила». Я очень рад попасть на вашу землю. Первый раз приехал сюда. Вообще, я просто рад. Я как будто сейчас нахожусь среди своих друзей. Как будто всех не знаю, как будто все мои. Только вместе мы сила. Только вместе мы сила. Ура! Ура! Спасибо, братва! Спасибо, сестры! Чем аплодируете? Где ваш? Вас не слышно вообще! Мы не старались, играли мурку. Yeah.
Но теперь все со мной. Давай нашу курицу. Я с тобой легкая ханка сай.
Поддать кормовые, полный вперед! Плачок.